Дом 651 представляет собой пневматический посевной комплекс, состоящий из бункера и высевающей секции шириной захвата 10,71 метра. Расстояние между сошниками 21 сантиметр. Агрегатируется с тракторами мощностью от 280 лошадиных сил. В целом, эта система обеспечивает непревзойденное качество посева и возможность настройки посевного комплекса под все возможные условия посева. В зависимости от фона поля, плотности, структуры почвы, ее влажности и рельефа.